Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас на обзоре вот такие вот пакетики фасовочные 26 на 40. Вот это вот на 40 меня очень сильно удивило. Мне стало интересно, насколько же они огромные. Все-таки 40 сантиметров это довольно много. Здесь 55 штук. Купила я их в Магните. Вот. Здесь даже хэштег можно, наверное, оставить под видео тоже, чтобы смотрели. Так, здесь что написано? Читаем, читаем, что здесь написано. А, кстати, да, беленькие. Даже где-то здесь я видела... А, вот. Повышенной прочности. Сохраняет свежесть и защищает продукты. Ну, давайте посмотрим. Так, такой вот обычный рулончик. О, да, действительно, они огромные. Они действительно огромные такие. Прямо длинные очень. А, кстати, да, вот они раскрываются. Вот такой прям, смотрите. Весь экран как раз заслоняет. Кстати, раскрывается он полностью. Я боялась то, что они будут вот здесь вот... Вот так вот сжатый, сжатый, сжатый. Такой вот будет маленький, а отсюда будет идти. Нет, они, вот они прям полностью. И место, кстати, занимает мало. Хотя, не знаю, может и нормально. Может большие и хорошо. Отрываются довольно хорошо. Ну да, прочные. Бывает, кстати, знаете, это вот просто вот они гладкие. А бывает с мелкими дырочками такими. Много-много-много-много-много. Тоже прикольно. Довольно хорошие, кстати. Такие прочненькие. Классные. Хлеб, наверное, как раз тут хлеб поместится. Что-то большое туда класть. Прям классно. И рулончик, кстати, такой. Хорошенький. Мне кажется, его можно даже подвесить куда-нибудь. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Если вам понравился такой ролик, ставьте лайки, пишите в комментарии, что нам еще посмотреть такого интересного. Также смотрите другие ролики, наши влоги, путешествия, обзоры на технику, на продукты, на шоколадки. И много всего интересного у нас там. Всем пока-пока. С вами был канал Art Money.